Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас юбилейный выпуск. Прошел ровно год с первого выхода передачи «Закон налоги права» на телеканале РИАК. На самом деле программа в эфире уже 4 года. Передача с успехом выходила на многих каналах города. Информационным партнером нашей программы является интернет-портал «Риалимон», в котором вы всегда найдете нужную, интересующую вас информацию. В прошлый раз, когда мы с вами встречались, мы говорили о том, что выйдет печатная версия одного из разделов нашего портала, медицинского информационной рубрики. Раздел будет посвящен непосредственно позвоночнику. Это то, что как бы сейчас необходимо, потому что все мы сидим, очень много времени проводим сидя и, к сожалению, не уделяем должного внимания своему здоровью. Вот. И на прошлой неделе уже вышел, то есть многие могли у себя в офисе видеть на столах вот такой вот номер, который так и назывался «Мой позвоночник». Я хочу представить гостью, которая поможет мне осветить те вопросы, о которых я сейчас говорила. Это финансовый консультант Нателла Левченко. Здравствуйте. Здравствуйте, Нателлочка. Здравствуйте. Прежде чем мы будем говорить о конкретных рычагах и механизмах, я думаю, что нужно какую-то вводную информацию дать. Как вы считаете, нужно ли обладать какими-то особенными знаниями, особенным образованием для того, чтобы работать с теми инструментами, которые вы сможете предложить нам чуть попозже? Финансовое образование очень важно, тем более, что мы его не получаем ни в школе, ни в институте, а зачастую даже от родителей нам не передаются знания ни о владении деньгами, ни о создании капитала. Скажем, вот на Земле 18 триллионов долларов крутится на банковских счетах, в руках людей. И если их разделить, скажем, поровну на всех, на каждого человека планеты, то будет приличная сумма в 3 миллиона долларов. Скажем, если утром вы получите, каждый получит по 3 миллиона долларов, то к вечеру уже у многих этой суммы не будет, а другие люди приумножат и увеличат свой капитал. У нас в гостях побывало много экспертов из сфер юриспруденции, права, налоговой инспекции, финансовых аналитиков, которые весь год освещали интересующие зрителей темы, среди которых риски приобретения авто по генералке, отчуждение доли или части недвижимости, этика бизнеса, изменения налогового кодекса и многие другие. Наша аудитория постоянно растет, к нам в редакцию часто обращаются люди с интересующими их вопросами, на которые мы стараемся отвечать и будем отвечать дальше в эфирах программы. Главное – понимать различие между художеством и ремеслом. Какое же это различие? Главное различие между ремесленником и художником состоит в том, что первый ставит перед собой цель заведомо осуществимую, второй же стремится всякий раз решить неразрешимую задачу или, по крайней мере, приблизиться к ее решению. Работа художника непредсказуема, ее ход предугадать нельзя, и в силу этого она не повинуется никаким правилам, в то время как работы ремесленника все-таки подчиняются каким-то стандартам, определенным этим же ремесленником в данном случае. Мы признаем это отличие, когда говорим, что художник творит, а ремесленник изготовляет какие-либо вещи. Поэтому не нужно смешивать художественное творчество с профессиональным мастерством ремесленника. Здравствуйте, Марьяна! Рада приветствовать вас снова у нас в программе «Закон налоги права».
И еще более приятно, что газета «Бухгалтерия» в вашем лице ответила на вопросы наших постоянных телезрителей. И позвольте, я зачитаю первый вопрос. Гражданско-правовые договора. Есть ли разница, если они заключены юрлицом с физлицом-предпринимателем или физлицом-непредпринимателем? И если есть, то какая? Особенности их заключения, нюансы, особенности уплаты налогов. Договор аренды. Подпадает ли он под понятие гражданского правового договора и в чем отличие? Еще до недавнего времени самым распространенным вариантом оптимизации налогообложения было сотрудничество с частными предпринимателями. Но со вступлением в силу раздела 3 Налогового кодекса Украины ситуация изменилась. Сегодня операция мы осуществляем с участием физических лиц, в том числе частными предпринимателями, налоговыми органами, стало уделяться очень большое внимание. В ряде случаев вознаграждение по гражданско-правовым договорам даже приравнено к заработной плате с целью удержания НДФЛ у источника выплаты. Здравствуйте, Александр. Хотела бы сегодня с вами поговорить о законе Украины о доступе к публичной информации. Он вступил в силу полгода назад. Скажите, пожалуйста, чем обусловлена необходимость принятия этого закона? Понимаете, я вот как раз недавно совсем объяснял одному из своих друзей, который занимается этим вопросом в Европе, объяснял некоторые нюансы. В нормальных развитых странах, в европейских странах, в США, в других странах, у них они не понимают этой проблемы. Они не понимают, что такое, как это может быть ограничен доступ к публичной информации. Если информация является публичной, это означает, что любой человек может прийти или узнать что-то, или зайти на сайт, узнать что-то, или оформить специальным образом вопрос. Там нет этой проблемы вообще. У нас, к сожалению, эта проблема есть. Частично это наследие, тяжелое наследие Советского Союза, частично общая неготовность общества к защите своих прав. Частично это низкая юридическая грамотность. В эти чудесные летние дни так хочется почаще выбираться из офиса. Уютная обстановка ресторана «Александровский» располагает не только к вечернему отдыху, но и к деловым встречам. И сегодня программа «Закон, налоги, право» в гостях у ресторана «Александровский». Скажите, пожалуйста, какие особенности есть при отчуждении доли? На что обратить внимание при таких сделках? Необходимо разграничить понятие части и понятие доли. Дело в том, что в украинском языке часть – это частина, а доля – это частка. Поэтому с этим вопросом иногда возникает путаница. Когда мы говорим о части, то есть о частыне, мы говорим о конкретном выделенном имуществе, обладающем родовыми признаками. Когда мы говорим о доле, то есть о частке на украинском языке, мы говорим об идеальной доле, которая выражается в виде простой дроби и является долей в праве собственности. Ну, естественно, общей долевой собственности. Ирина, скажите, пожалуйста, вы не первый раз в Одессе. Часто ли вы здесь бываете? Я бываю в Одессе достаточно часто, я люблю этот замечательный город, и очень приветливые люди, и очень интересные бухгалтера. С ними интересно работать как со специалистами, нестандартные точки зрения, поэтому я как специалист тоже получаю очень много от общения с залом, от общения с аудиторией. Вы ездите очень много по Украине, и вы можете сравнить. Не вдаваясь в имена, скажите, пожалуйста, как вы считаете, какой профессиональный уровень бухгалтеров Одессы? Я могу сказать, что профессиональный уровень одесских бухгалтеров очень высокий, очень много людей с нестандартным мышлением, и это радует в условиях нашего законодательства, которое, ну, в общем-то, достаточно жестко устанавливает рамки. Вот, поэтому могу сказать, что одесский уровень на уровне. А вам не страшно, если ваша публика настолько подготовлена?
Может быть, это и плюс, и минус работы консультанта, что сказать, что слишком подготовленной публики, наверное, у нас не может быть. К сожалению, много вопросов, просто там нет ответов, и мы занимаемся творчеством. И если очень хорошо подготовлена публика, я получаю огромное удовольствие, потому что это получается общение профессионалов. Вот. Мы рассматриваем варианты, я предлагаю свои, публика предлагает свои, и, как говорится, в споре рождается истина. Ну, конечно же, стараюсь тоже быть на уровне, зная, насколько квалифицирована может быть аудитория. То есть можно сказать, что некоторые спорные ситуации рождаются именно на семинарах, да, и именно уже со стороны я зала. Я могу сказать, что вообще, если говорить о практике, то ситуация такая, что нарочно не придумаешь. Вот просто сидя и читая законы в комнате, будучи там аналитиком 7 пядей во лбу, невозможно придумать те ситуации, которые на практике решают бухгалтера, те задачи, которые перед ними ставят руководители. Поэтому это огромный обмен информацией и опытом. Я, как человек, который знает, допустим, что четко налоговые нормы, что можно, что нельзя, я могу оценить налоговые риски в какой-то нестандартной схеме, которую предлагают слушатели. Это, наверное, самое интересное на семинарах, и это могу сказать, что это высший пилотаж нашего совместного творчества с бухгалтерами. Танечка, скажи, пожалуйста, что в твоем понимании бизнес? Вся экономика в стране делится на две части – государственный сектор и бизнес. Бизнес – это значит частный сектор. То есть бизнес – это тогда, когда человек имеет свое собственное дело. Бизнес так и переводится, дело, да, свое дело. Другое дело, что понимаем мы под этим словом, что вкладываем в эту работу и что от нее ожидаем. Можно ли говорить о том, что наш бизнесмен отличается от западного бизнесмена и чем-то? Да, я думаю, что это совершенно разные понятия. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, я хочу немножко в историю углубиться. Советский Союз. Бизнеса у нас нет. Только государственный сектор. И люди работают на зарплату. Они не способны проявлять инициативу в той степени, в которой им хотелось бы. Это первый момент. То есть не умеем, мы не умели с тех времен проявлять инициативу. Нас не обучалось, не обучали, нам это не нужно было. Второй момент. При Советском Союзе считалось неприличным и дурным тоном вообще проявлять инициативу. Считалось, что чем меньше ты высовываешься, так и слово такое было, тем ты лучше. А те, кто хотят каким-то образом себя проявлять, они не были угодны тому строю. Третий момент. В Советском Союзе было определенное отношение к деньгам. И это отношение воспитывалось еще в детях. Что же это было за отношение? Отношение следующее. Деньги – это плохо. Деньги портят человека. Я бедный, но гордый. Чем человек более бедный, тем он был ценнее для общества. А те люди, которые старались больше заработать, они считались жадными, они считались не придерживающиеся коммунистической морали. И даже такое понятие было, как нетрудовые доходы. Люди зарабатывают деньги всего лишь четырьмя способами. Это рабочие, те, которые тратят свое время на деньги. Пока человек работает, он получает. Это специалисты или предприниматели. Их деньги зависят от их творчества, от их умения, от того, насколько много своего времени они тратят на свою деятельность. Специалисты – это те люди, от которых, от харизмы которых зависит их бизнес. 24 часа в сутки они заняты своим бизнесом. И они не могут позволить себе оставить эту деятельность. Те люди, которые строят бизнес, они строят бизнес по системе, и они имеют возможность оставить свой бизнес в управление и получать пассивный доход. И четвертый угол денежного квадрата – это инвесторы. Это то, кем нужно стать, чтобы знать, куда вкладывать деньги, которые они сохраняют. И в этой части деньги работают на нас. Они приносят нам доход. Каждый из людей, который находится в той или другой части, имеет возможность стать инвестором. Как быть богатым? Опять-таки, это вопрос самодисциплины. Это вопрос правильно поставленной цели. Прекратить жаловаться на то, что тебе не додали родители, не додала страна, не то государство и так далее. Потому что никто не обязан делать тебя богатым, никто не ответственен за твое благосостояние, кроме тебя самого.
И я постоянно езжу по городам и странам, по всему миру фактически. Я все время сталкиваюсь с тем, что у людей, у большинства людей, не говорю обо всех, но у большинства людей просто какая-то вопиющая финансовая неграмотность. И вот эта проблема, мне кажется, основная у людей. То есть люди не задумываются о своей пенсии, например, да, они считают, что вот что-то произойдет, и вот что-то. И в итоге они оказываются с нищенской пенсией буквально без гроша в кармане. То есть я учу людей о том, как нужно откладывать себе деньги на будущее, как инвестировать, как распределять, да, то, что ты получаешь, и как постоянно работать, потому что многие считают, вот я поставил лягушку фэншуй, да, вот мне должны посыпаться золотые горы, золотые, там, манна небесная. Конечно же, это не так, друзья мои. Работать надо, но работать много. Я работаю без выходных. Очень редко у меня бывает отпуск. В отпуске я готовлю новые семинары и пишу новые книги. То есть я даже не знаю, когда я отдыхаю. Существует порядок государственной регистрации транспортных средств, который регламентируется постановлением Кабинета министров 1388-98 года в различных редакциях. Согласно этого порядка регистрации, автомобиль, регистрирующий на человека, владельцу транспортного средства необходимо приобрести транспортное средство на основании документов. Этим документом является, согласно пункту 8, справка, счет, акт прямопередачи, грузовая таможенная декларация, либо удостоверение таможни для физических лиц. И провести государственную регистрацию в органах госавтоинспекции. Когда проводится, после получения данного документа, подтверждающего правомерность приобретения, он проводит государственную регистрацию транспортного средства и получает свидетельство о регистрации и является собственником транспортного средства. В этих случаях в органах госавтоинспекции, конкретно в регистрационно-экзаменационных подразделениях, данный автомобиль и человек проверяется по различным базам данных, таким как база угон, база арест, база контроль, лица в розыске и так далее. После получения свидетельства о регистрации человек является законным владельцем транспортного средства. Если же человек не хочет проводить данную регистрацию, идет по упрощенной схеме и получает доверенность согласно Гражданского кодекса нотариате, он не является владельцем транспортным средством, он является доверительным лицом на распоряжение транспортным средством. Супруги имеют право составить общее завещание относительно имущества, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности. При составлении совместного завещания доля в праве общей совместной собственности после смерти одного из супругов переходит ко второму из супругов, который его пережил. В случае смерти последнего право на наследование имеют лица, определенные супругами в завещании. При жизни жены и мужа каждый из них имеет право отказаться от общего завещания. Такой отказ подлежит нотариальному удостоверению. В случае смерти одного из супругов нотариус накладывает запрет отчуждения имущества, указанного в завещании супругов. Программа постоянно обновляется как в творческом, так и профессиональном направлении. Мы перешли на новый формат телепередачи «Закон, налоги, право». У нас появились группы в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Обращайтесь к нам, предлагайте интересующие вас темы. С вами была автор и ведущая проекта Наталья Бельцюкова. До новых встреч в эфире! Салон «Шаггі» представляє колекцію весільної та вечірньої моди для найважливіших подій у вашому житті. Випускний бал, весілля, день народження. У ці хвилюючі дні ви повинні виглядати королевою. Вечірня зачіска та макіяж стануть основою вашого блискучого образу. А манікюр, засмага та доглянута шкіра бездоганно доповнять його. Салон «Шаггі» – професійні кроки створення твого образу. Телефони 47-099 та 37-07-87.
Система «Лігазакон» більше, ніж проста база даних нормативних актів. Це інтелектуальні інформаційно-правові системи, що включають також багато аналітики, консультаційні матеріали, судова практика, довідники, шаблони типових договорів і інструкцій, багато що інше. З «Лігазакон» ви швидко знайдете відповіді на будь-які питання.